Всем доброе утро. Гия, ваши комментарии по поводу сегодняшнего утра уже. Ну, погода, как вы видите, хорошая, солнышко, вот, погода просто изумительная. Почти весна. Ну, будем надеяться, что все пройдет весело и хорошо. УАЗик поломается? УАЗик сила. Этим все сказано. Мы просто движок уже сегодня перебрали с утра. Первый выезд на турбовом УАЗе. Сашкина, как всегда, без комментариев. Сафари 33. А, нет, отставить Симаки. Ошибся. Шевик CST. Блокировки на бедлоках. Или тайрлоках, как правильно. Я пока еще не шарю. Это тайрлоки, наверное. И УАЗик. Сильвера, по-моему. И еще один УАЗик. В общем, сегодня снимаем немножко в другом формате. Всю колонну снимать не буду. Буду снимать только самые яркие, крутые, запоминающиеся моменты. А, сейчас еще там, оказывается, еще две Нивы. И, в общем, все силовики, все на опыте. Костяна безалкогольная, он не пьет. Это, по-моему, Инстаграм «Горячий ключ» у пацанов как-то называется там. Или Нива «Горячий ключ», надо будет спросить. Ну, в общем, видно, спортивные пацаны, все усилено. Лысая немножко резина, конечно, но ничего. И 31-е Сильвера. Технические моменты. Ну, в общем, вот тоже хорошая белая. Перелифтованная немножко, мне кажется, но, может быть, мне только кажется. Посмотрим, как все будут ехать. CST-хи. Сегодня сравнивали CST на 16 там диске и CST на, у Костяна на 15 там диске. Те идут в размер, эти идут почему-то маломерки. Странно. А у тебя блокировки, все, да? Да. Только занижение получается, раздатки нету. Да. Ну, посмотрим. В принципе, на первой можно аккуратно ехать. Канат, пожалуйста, нет. У нас с собой имеется. Ну что, ребятки? Приятного просмотра. А, ну и давайте, да? Пальцы вверх сразу. Подписка и колокольчик. Потому что видосы у нас выходят регулярно. И вы не должны их пропускать. Потому что что? Контент огонь. Да. Будем вот за этой машиной наблюдать. Турбомотор. Только собранная. Вчера отшили. 35-й CST. Тут радиатор сзади, тут пластик, все сделано. Ну, в общем, все по минималочке. А, и, кстати, в Инстаграме у нас, помните, был, это вот с нее компрессор стоит и в трубу вкачивается, то есть весь каркас идет как ресивер, завоздушен. Все, погнали. Ты газ бросаешь. Да подождите. Стой! Стой!
уезжаю. На симаках. Ну, УАЗы легко. Модные хабы, полуоси. Видимо, ну, нормальный УАЗик. Здесь должно быть тоже без проблем. Но понижения нет, он идет на первой. Видите? Нормально. Шагаем по лесу, особо без проблем. Колонна большая, там еще поднимаются на горке. Поехали, поехали, ребят, поехали. Давай, поехали. Да тут Гия немножко заблудился. Да подожди. Саня в натяжечку зашел. Чуть-чуть не хватает, замылилась резина. Кстати, три подоры лучше всех с колеи выходят. Но пока не очень, замылились. Дерево меня спасло. Дерево меня спасло. Гия, попробуй сейчас. Костян там рубится. Что-то по своей траектории какой-то идет. УАЗик выехать не может. Гия на лебедке что-то клацнуло. Ай. Посередине, говорю, пускай. Ко! Стой, много газуешь, потихоньку, туда. Во! Thank you.
погода сегодня прям уф. Так, там Серега. Давай!
300 он весит, вот это все облегчение дало свои плоды, конечно. Передней блокировки не хватает, конечно, но в целом едет за счет турбы нормально и веса. Ну, 11 машин это много, колонна растянулась, Костян с Халком поднялись, Гия лебедка опять на подъеме, остальные вообще внизу еще вот там на подъеме далеко, растянулись где-то метров на 500, наверное. О, вышел, смотри! Но там уже прорыли, Кот! Там уже выкопали! Я очковал порваться, я не хотел. Правильно! А как ногами туда подняться? А ты где поедешь, Кос? Да сейчас! Надо чуть-чуть зайти. Ох!
Но не, вправо, направо, вправо направо, полностью направо. Выворачивай. Ну вот, вот так и... Стой, стой! Стой, 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 стой! Дай назад! Давай! Еще! Еще! Стой! Хорош! Давай! Туда! Закидал грязи. Нормально, нормально, давай, не отпускай. Красавчик. А Толик сюда вправо уехал. Все. Прыгай. Молодца. А вот там высоко, да? Да. Не, поднимется. Газ, газ, не бросай. Охренеть, вот где? Я думал, ляжет сейчас. Да, здесь он на камень хорошо да. поднялся. Все. Даже лебедка не нужна. Топчик. Да. Красотища. Только мы поднялись, охренеть как далеко. А пацаны все вниз. Ага. Выехало 15. 15? Ну или 13. 11, по-моему. Или... А, 12 нас еще ждало. Он решил показать, как надо ездить. Да, да, да. Ну... А, о! Читер! Вот, я тебе говорил, так же ехать. Да, да, да. Читер! У нас нормально. Чё вы, сосисочки? У нас кинотеатр. Тут дождь, конечно, поинтереснее. А? Дождь поинтереснее. Нам зиму. Ладно. Наверх А, там дерево нормально. Чуть сюда вот так. Во-во-во, еще
Ты там остальным так хорошо все сделал, накопал прям знатно. Показываю ему назад сдавать, а то перевернется. Лето едет. Очень хорошо вот здесь прошел, прям вот четко не упал.